Наиболее активные боевые столкновения происходили на Бальцевском направлении. Продолжая вытеснять противника из города, соединения Минобороны ДНР сегодня вышли и закрепились на западной окраине Дебальцево. Кроме того, несмотря на упорные бои в районе трассы Дебальцево-Артемовск, подразделения армии ДНР сегодня были заняты и уже оборудованы для ведения оборонительных действий все отсутствующие высоты вдоль этой дороги, обеспечив таким образом полный контроль за обстановкой на этом участке. Сегодня, в 14:25, подразделением ПВО Вооруженных сил Донецкой Народной Республики были сбиты два штурмовика Су-25, осуществлявшие бомбометание на северной и северо-восточной окраине Дебальцево по позиции ополчения. Один самолет упал в 1 километре юго-западе населенного пункта Комиссаровка на территории, контролируемой ополченцами. Второй – в районе юго-западной окраины Чернухина, где в настоящее время противник предпринимает попытки контратаковать наши позиции. Один летчик, по докладам нашей разведки, успел катапультироваться. В настоящее время ведутся его поиски группами разведки армии ДНР. В очередной раз подтвердилась информация о применении украинскими силовиками заградительного огня против своих отступающих подразделений. Так, в населенном пункте Могила Острая подразделения 169-го учебного центра Вооруженных сил Украины пытались отступить на запасные позиции в районе Ольховатки. Однако при отходе по ним был открыт огонь из украинского танкового взвода в Альзаватке, в результате которого 7 украинских силовиков погибли на месте. Еще до 15 человек ранены. Отходившая под ударами армии ДНР от поселка Редкодуб в направлении Савельевки подразделение 128-й бригады было встречено заградительным огнем и стрелкового оружия батальона «Днепр». 4 военнослужащих погибли на месте, а остальные украинские силовики вместе с ранеными были вынуждены вновь вернуться на занимаемые позиции в районе Редкодуба. Активному ведению боевых действий по освобождению оккупированной украинскими войсками территории Донбасса препятствует нахождение населенных пунктов большого количества мирных жителей, которых украинские силовики намеренно не выпускают, чтобы сковать наши действия. Так, сегодня около 13 часов колонна из 8 гражданских легковых автомобилей и 2 микроавтобусов пыталась выехать из Чернухина по представленным вооруженным силам ДНР гуманитарному коридору. При попытке выехать из населенного пункта данная колонна была обстреляна бойцами батальона Нацгвардии имени Кульчицкого из БТР и стрелкового оружия. В результате террористического акта первый в колонне легковой автомобиль загорелся вместе с находившимися там гражданскими людьми. Погибло 5 человек. Остальные машины были вынуждены вернуться обратно в Чернухино. На Донецком направлении. Противник продолжает наносить артиллерийский огонь по подразделению вооруженных сил ДНР, закрепившихся на господствующих высотах. На Мариупольском направлении. Активных боевых действий не предпринималось. Подразделения армии ДНР удерживают ранее занятые рубежи и позиции. За сутки ведение боевых действий потери украинских силовиков составили 79 человек убитыми, 5 танков, 3 БМП и 2 грузовых автомобиля. Информация по разрушениям и пострадавшим в результате авиационной бомбардировки населенных пунктов уточняется.